Едем сейчас на траке 24-го года. Можете написать, что да, я в будущем. Вы не в будущем, а я в будущем. Кто там еще не понял, как это работает? Трак 24-го года, 30 тысяч пробег. Все свое время, что я ездил, ездил на старой Volvo. Ну, тогда еще. Даже тогда она была старая. 2001 года. Это предыдущая Бади. Тот трак, он был какой-то, не знаю, сбитый, какой-то вот тяжелее. Ты на нем ехал, и ты чувствовал, что ты едешь на грузовике. Здесь, я не знаю, либо потому, что я уже давно не ездил, либо действительно вот это удобство Volvo куда-то делось. Или этот трак такой попался. Ну, я не знаю, он же новый, он же 24-го года. То есть, значит, они все одинаковые. Есть вопросы у меня теперь к Volvo, и у меня, и к Володе. Так что напишите, ребята, что вы думаете по этому поводу. Всю свою любовь к Volvo можете в комментариях изливать. Я буду читать и с вами соглашаться.